Всем привет, дорогие друзья! Сегодня снимем очень интересный рецепт блинов с сыром и зеленью. Нам понадобится 3 яйца, 5 грамм соли, 30 грамм сахара, 130 грамм муки, 250 миллилитров молока, подсолнечное масло для добавления в тесто 30 миллилитров и отдельно для смазывания сковороды, 50 грамм сливочного масла, сыр, пучок зелени и чеснок для пикантности. Разбиваем яйца в емкость и взбиваем венчиком. Затем добавляем соль и сахар и также взбиваем венчиком. Затем добавляем просеянную муку, взбиваем. Вливаем молоко комнатной температуры и также взбиваем все это вместе. Добавляем подсолнечное масло и немного кипятка. И вот теперь добавляем тертый сыр, зелень и измельченный чеснок. Разогреваем сковороду, смазанную маслом. Выливаем на нее тесто, поджариваем с двух сторон, смазываем каждый блин сливочным маслом и подаем к столу. Быстро, без усилий и траты времени, можно испечь оригинальные и вкусные блины с наполнителем. Не переживайте, тертый сыр не прилипает к дну сковороды. Блины с сыром и зеленью на молоке отлично прожариваются. Зелень укропа можете заменить свежей петрушкой или зеленым луком. По этому рецепту получаются очень красивые и вкусные блины. Их можно подать к столу с любой несладкой начинкой, а можно просто со сметаной. Приятного аппетита!